Здравствуйте! С новостями культуры Хакасии познакомлю вас я, Олеся Калиниченко. 3 апреля детская образцовая эстрадно-фольклорная группа «Часханат» отметила свой 20-й день рождения. Про этот коллектив говорят визитная карточка Хакасии. «Часханат» знают далеко за пределами республики. Юные артисты успешно гастролируют, участвуют и побеждают в самых престижных конкурсах. И все же главные почитатели творчества коллектива – жители республики. До начала юбилейного концерта остаются считанные минуты. Зал переполнен. На сцене Республиканской филармонии регулярно выступают звезды мирового уровня, но такой аншлаг наблюдается редко. «Часханат» создавался в середине 90-х. Непростое для страны время. Специально для коллектива были написаны детские эстрадные песни на хакасском языке. Поставлены оригинальные танцы, в которых был использован богатейший этнографический материал народов Саяно-Алтайского Нагорья. Это один из лучших детских коллективов Центра культуры народного творчества. Он является, вот этот коллектив является нашей визитной карточкой Центра культуры, визитной карточкой культуры Республики Хакасия. И прославляет, вообще поднимает имидж Республики Хакасия, участвуя во всех всероссийских, региональных, международных фестивальных конкурсах. Создавали коллектив профессионалы своего дела. Игорь Баргаяков – заслуженный деятель искусств республики, хормейстер Светлана Откнина, талантливые балетмейстеры. И 20 лет назад, и сегодня, попадая в «Часханат», перед ребенком ставится задача не просто хорошо заниматься, а стараться попасть в концертную группу. Вот когда праздники, мы репетируем каждый день. А когда не праздники, тогда мы через день занимаемся, с понедельника по пятницу. Полуторачасовая концертная программа прошла на одном дыхании, но за кулисами было видно, чего это стоило молодым артистам. Скорости, с которой переодеваются танцоры, могут позавидовать солдаты. Чтобы сэкономить время, один наряд надевался поверх другого. На передышку несколько секунд и снова на сцену. Одним словом, профессионалы. Многие выпускники ведь пошли в профессию. Кто стал петь, кто стал танцевать. Я только знаю двух профессиональных балетмейстеров, которые закончили самые лучшие престижные вузы России по хореографии. Татьяна Баргаякова, Аима Амзаракова. Это замечательные талантливые балетмейстеры, которые стояли у истоков в первом составе, так скажем. В свой день рождения руководители студии «Часханат» получили почетные грамоты от Министерства культуры Хакасии. Не остались без подарков и главные герои праздника – дети. Развиваться коллективу помогает разрез «Аршановский». Руководство предприятия выделило средства на пошив сценических костюмов, а на сам день рождения подарили трехэтажный торт. Сегодня в «Часханате» занимаются 83 человека по направлению вокал и хореография в трех возрастных группах. Гастролей в ближайшее время не планируется. Все силы коллектива будут направлены на подготовку празднования главного республиканского праздника Тунпайрама. Как выглядели деревенские модницы 18 века и в чем по праздникам ходили крестьяне Рязанской области, можно увидеть в Национальном краеведческом музее. Здесь продолжает свою работу выставка Рязанского историко-архитектурного музея «Всякому мила своя сторона». На экспозиции представлена коллекция русских женских костюмов 18-20 веков. Рязанский музей-заповедник в своем роде уникальный. В нем хранится крупнейшая коллекция южнорусских народных костюмов. В нашу республику привезли лучшие образцы древнерусской одежды. Мы взяли вещи не только начала 20 века, но и более древние вещи. И 19 и конца 18 века. Они, может быть, по своей сохранности не такие хорошие, но зато они несут на себе, скажем так, печать времени. И человеку позволяют непосредственно соприкоснуться с теми людьми, которые жили там и 200-250 лет назад. Экспозиция в Хакасию попала не случайно. В 2013 году на 3-м международном форуме «Историко-культурное наследие» было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Хакасии и Рязанской областью. В прошлом году наш музей познакомил жителей Рязани с традиционной культурой народов Южной Сибири. Сегодня с ответным визитом прибыли коллеги. Для нас это уникальная возможность познакомиться с исконной древнерусской культурой. Для нас эта выставка просто бесценна, потому что именно здесь студенты могут увидеть те достоверные одежды русские традиционные, которые они могут использовать как аналоги и прототипы для своей творческой деятельности и для проектирования дипломных работ в области народного костюма.
Стоит отдать должное, наряжаться русские деревенские женщины умели. Свое приданное девочки начинали готовить 7-летнего возраста. К замужеству у крестьянской девушки должно быть в сундуке 30 комплектов одежды на все случаи жизни, а у богатой барышни – до 50. О мастерстве рукодельницы судили не столько по внешней красоте узора, сколько по аккуратности изнанки. Ни одной ниточки, ни одного узелка мы здесь не увидим. Даже там, где они должны быть, наверное, мастерица как-то очень искусно их спрятала. Но вот эти на сегодня эти навыки, ну, они уже утрачены. Выставка Рязанского музея «Всякому мила своя сторона» рассчитана на широкий круг посетителей. Каждый экспонат – это целая история. Узор, цвет, длина, фасон головного убора – все имеет свой смысл и значение. Так что знакомясь с народным костюмом, параллельно познаешь быт и культуру русского крестьянства. Выставка будет открыта до 19 апреля. 2015 объявлен годом литературы. В нашей программе мы будем рассказывать об известных писателях Хакасии, сделавших весомый вклад в развитие местной литературы. Наша первая героиня – Валентина Шулбаева. Свой творческий путь Валентина Гавриловна связала с драматургией. В итоге театры не только республики, но и всей страны пополнили свои репертуары прекрасными спектаклями. На вопрос, как вы стали драматургом, Валентина Шулбаева отвечает: «Помог счастливый случай». Получив в Ленинградском университете профессию журналиста, молодая сотрудница газеты «Ленин Чолы» отправилась в Ширинский район в командировку. Автобус в Абакан задерживался, пришлось попроситься на ночлег. Валентину Гавриловну приютила пожилая одинокая женщина. Пока ждали автобус, бабушка рассказала о своем муже и о своей истории любви. А я говорю: простите, вы постоянно говорите о муже. А где он? Наверное, говорю, на охоту, говорю, ушел. Его, говорит, уже 40 лет нет. Вот. И я была так поражена, что наши женщины умеют так любить, так быть верными. Эта история легла в основу первой пьесы Валентины Шулбаевой «Недопетая песня». Постановка стала успешной не только в Хакасии. Спектакль вошел в репертуары ведущих театров России. За 40 лет Валентина Гавриловна создала 11 пьес. Говорит, никогда не писала по заказу и бралась за работу только тогда, когда молчать было невозможно. Меня должно что-то сильно потрясти, взволновать, что я не могу не писать, не работать. Тогда я берусь за перо, и рождается быстро. После некоторых спектаклей Валентину Гавриловну просто засыпали письмами благодарные зрители. Герои ее пьес всегда настоящие. Истории не выдуманные, а взяты из жизни. На премьерах драматург, как правило, сидит спиной к сцене и смотрит не на игру актеров, а на реакцию зрителей. Я все время слежу, смотрю в их глаза, нравится им, не нравится, что их греет. Если им нравится, очень глаза у них светятся, и у моих глаза светятся, я очень радуюсь. Я, кажется, живу правильно, делаю нужное дело людям. Валентина Шулбаева – заслуженный работник культуры РСФСР, лауреат Государственной премии Республики Хакасия имени Катанова, заслуженный деятель искусств республики. Несмотря на свои награды и звания, Валентина Гавриловна продолжает работать. Говорит, сегодня в республике для писателей созданы все условия. Учреждены две литературные премии – Моисея Баинова и Николая Доможакова, и именные стипендии для молодых литераторов. На сегодняшний день нет очереди. Все, что мы пишем, издается. Наше правительство находит возможность поощрять писателей. В этом году тоже выделили две премии, по 100 тысяч две премии. Вот такая большая поддержка. Только работать надо, не лениться, работать, работать, работать. «Ни дня без строчки» – это про Валентину Шулбаеву. Она пишет стихи, увлечена прозой. В начале этого года вышел в свет сборник ее рассказов «Песня о белой березе» на русском и хакасском языках. Сейчас она заканчивает работу над повестью. А если появится история, достойная пьесы, то вновь вернется к своему любимому жанру – драматургии. В эту пятницу на сцене Республиканской филармонии нашим симфоническим оркестром будет управлять известный аргентинский дирижер Рамиро Ариста. В программе музыка Колумбии, Перу, Мексики, Бразилии и, конечно, аргентинская танго. Концерт латиноамериканской музыки состоится 10 апреля, начало 18:30.
На этом пока все. Следующий выпуск программы «Культура Хакасия» смотрите 22 апреля. Спасибо за внимание. До встречи.